Приветствую, командир! Меня зовут Даша Перова, и я рада представить первое обновление мира кораблей в 2023 году. Тебя ждут ранний доступ к линкорам-гибридам США, празднование лунного Нового года, общий доступ к легким крейсерам Японии и возвращение сопровождения дирижаблей. Об этих и других новинках версии 12.0 я расскажу сразу после короткой заставки. Опытные командиры мира кораблей знают, что в каждом январском обновлении отмечается лунный Новый год. В этой версии игры мы решили не изменять традициям. Специально к этому событию мы подготовили для тебя тематическую коллекцию «Векса Джаньбина». Она расскажет тебе о биографии знаменитого адмирала и военно-морской истории Китая в эпоху брони и пара. Наградой за сбор коллекции станет уникальный паназиатский командир Са Джаньбин. Этот прославленный флотоводец в нашей игре будет обладать не только усиленными навыками, но и талантами. Какими именно? Информацию об этом ищи на нашем портале в специальной статье, посвященной лунному Новому году в мире кораблей. Первыми кораблями, вышедшими в ранний доступ в этом году, станут гибриды США. Встречай линкоры «Небраска», «Делавер» и «Луизиан». Новобранцы игры вооружены пушками калибра 406 мм. Эти орудия обладают высокой дальностью стрельбы, приличным уроном и умеренной скорострельностью. С таким ГК американцы отлично себя чувствуют в роли кораблей огневой поддержки. Но гибридами «Небраску», «Делавер» и «Луизиану» делают, как ты, наверное, догадался, отнюдь не пушки, а наличие эскадрилий пикирующих бомбардировщиков. Большая по численности авиагруппа, несущая осколочно-фугасные бомбы, способна принести немало проблем противнику. Помимо нанесения урона, самолеты могут проводить разведку и обнаруживать скрытых противников. Такое сочетание вооружения позволяет новым линкорам США быть крайне полезным и эффективным участником морского боя. Если гибриды США только появились в раннем доступе, то легкие крейсеры Японии версии 12.0 станут доступны к исследованию всем желающим. Новички страны восходящего солнца — приверженцы средней и дальней дистанции. Это корабли с большим числом пушек, дальнобойными торпедами и хорошей маскировкой. При этом они крайне требовательны к твоим навыкам игры на легких крейсерах. И от этого победы, одержанные на новобранцах игры, становятся вдвойне ценными. Легкие крейсеры Японии. Корабли, которые покажут, на что ты действительно способен в бою. Версия 12.0 вернет в игру временный тип боя сопровождения дирижаблей. В этом игровом событии у обеих команд есть неуязвимый дирижабль, двигающийся по заданному маршруту. Задача каждой из команд — первой довести свой цепелин до конца пути или уничтожить всю команду противника. При этом оба коллектива могут влиять на скорость движения своих дирижаблей. Вокруг каждого воздушного судна есть особая зона. Дирижабль будет двигаться быстрее, если в этой зоне находятся союзники, и медленнее, если в ней появится хотя бы один противник. Добавлю, что сопровождать дирижабли необходимо будет в формате 12/12 на кораблях с 8 по 10 уровень. Первый в этом году сезон ранговых боев также станет одним из событий обновления 12.0. Бои в новых рангах будут проходить в формате 6/6. В зависимости от лиги это будут сражения на кораблях 6, 8, 9 и 10 уровня. Еще в новом сезоне ожидается и ряд изменений. В случае поражения звезду сохраняет только игрок, заработавший больше всего опыта в команде. Это правило распространяется теперь на все три лиги. Подробная информация о правилах нового сезона ранговых боев и другие новинки версии 12.0 ждут тебя в специальной статье на нашем портале. А я, Даша Перова, желаю тебе побед в новом 2023 году и, конечно же, хорошего настроения, командир!